Ладно, Альша Абдулли, ребята. Вот сегодня у нас небольшой эксперимент. Мы астральные копии все Зата Абдулов произвали. Уже совместный обзор с Альша Абдулями, Абдули всех 666 будет такое. Сегодня обозреваем игру на самой саной приставке. Блять, Blizzard Big Planet, блять, нахуй. Вот эта мразь, смотрите, она постоянно требует обновлять эти игры, о чем я раньше вам и говорили, наши адепты. Ёбаное говно, как каждую неделю выходит, даже каждые два дня выходит патч, который надо качать по типу. Потом, видите, пиздец, места нету, нахуй. Вообще пиздец, какое говно, ёбаное. Вот на эту хуйню, блять, ее даже игру запустить нельзя. Здесь какая-то хуйня, она на хард устанавливается, да еще и под патчи место требует. Это же вообще пиздец, какое уебище, нахуй, а? Блять, вот смотрите, сейчас поставил, удалил все вообще, блять, у меня жесткий диск, да, стандартный, да, большой, блять, с приставки шел, и я в нем уже не могу играть игры, там уже игр никаких у меня не установлено, только пару демок и все, сука, все ролики поудалял, все фотографии, нахуй, все обдуло, брутокультуру стер, слышно, все равно места нету, каждая игра требует там по 3 гигабайта, по 8 гигабайт, там некогда по 15 на жестком диске, чтобы, блять, сука, блять, тормозило, хоть бы играть-то можно было. И обязательная установка, забывайте, какую хуйню, что такое установка стоит для Metal Gear. И смотрите, каждый новый уровень заново надо все устанавливать. То есть, если ты хочешь предыдущий уровень загрузить цель, то он тебе заново будет еще по полчаса, по 40 минут опять ставить, блять, нахуй. Это такое уебищное говно, послышишь, кстати, вот диск забит на 90% вот этими, блять, нахуй, инсталляционными файлами этих ебаных игр, блять, сука, пидорасы, что в итоге больше, чем в 3 игры одновременно, ты играть ты не можешь, блять, нахуй, сука, даже когда ты все устанавливаешь, уже четвертый уже не влезет тебе на жесткий диск. Это уебочное говно, блять. Смотрите, как оно долго грузит, блять, это пиздец просто, блять, какое уебище, нахуй, блять. 80 мегабайт, она вот так вот, еще видите, это первая часть, потом вторая патч, а еще второй патч пойдет. И, блять, я не хочу играть, блять, в онлайн, я просто хочу показать людям какое-то ебаное говно, это... Знаете, игра, она все равно хуячит, это, блядь, говно, вот смотрите, нахуй, блядь, это, блядь, пидорасы, это Sony, это самое ебаное говно, вот, PlayStation 3, сука, пидорасы, вот, ублюдки только конченые могли придумать, а еще полные дауны, блядь, вообще, что это за существа, которые это говно покупают, еще, блядь, говорят, что это хорошее, блядь, ну ладно, купил, блядь, лоханулся, но говоришь, что это говно хорошее, блядь, это ж пиздец, ебануться, какие-то тупорылыми надо быть, нахуй, что они, блядь, у них мозги уже нету, сука, они, блядь, твари, блядь, они, блядь, сука, они продали родину, ты купил PlayStation 3, ты продал родину, ты епошкам курила, считая, дал, нахуй, сука, блядь, ты уже их, блядь, адепт епошек, нахуй, сука, они тебя замодировали, сука, ты дерьмо, педофилии, сука, нахуй, тварь, эти вот вы епошкам поклоняетесь, они же нахуй, ну, они же вас всех вырежут, как китайцев, знаете, там было войну, они взяли столицу Китая, да, а те решили не сопротивляться, там, типа, вообще просто, думаю, сдались там и все, нахуй, типа. А те увидели, что тебе сдались, нахуй, блядь, никак не сопротивлять, взяли всех, вырезали в этом, всех выебли, нахуй, пиздец, ржали над ним, головы отрубали, там, и там по 10 человек тренировались, кто больше их разрубит, там, всех вообще, там, Гитлер там рядом не стоял, он вообще, это ребенок, что там епошки утворяли. То есть, смотрите, какие-то суки епошки, если бы они хотя бы, видите, китайцы хоть как-то сопротивлялись этим выродкам, блядь, то они побоялись бы всех убивать, потому что выпасались бы вместе, блядь. А так они поняли, сука, сука, это ебаные чмари, блядь, сука. Озон это, блядь, типа как это все нация озонов, блядь. Их можно ссать и нассать на рожу, они ничего не боясь сделать не могут. Вот так же с озоном происходит, мы делаем, вот это такая психология. Знаете, а вы уже все продали, сука, урода, знаете, вы там, то есть, сука, пиздец, блядь. Ты приедь в Японию, нахуй, смотрите, в рожу там эти епошки, блядь, плевать и ссать, нахуй, сука. Сука, блядь, они, следишь, блядь, сука, они фашисты все, они до сих пор над неграми издеваются, там, и в игры про негров, демонами их выставляют, там, вообще пиздец, сука. Они какое говно там рисуют, они же больные все, сука, а вы там в этой хуйне поклоняетесь, сука, блядь. У нас с ними вообще война, у нас с ними мирного договора не было, до сих пор, блядь, это война с ними, можно чего угодно, как угодно, блядь, обращаться. Твари, ебаные, еще докурилы, что-то пиздят, блядь, сука, уебки, а?
блядь, вот смотрите, она еще устанавливается, нахуй, пиздец. Это еще только одна из двух частей, нахуй. Вот пиздец, обзор, нахуй, блядь, уже 5 минут прошло, нахуй. Это еще на паузу ставлю, блядь. Ладно, я уже забыл, блядь, врублю, когда уже закрутили. Говно это, наконец. Так вот, блядь, скачался этот патч последний. Вот что она выдала, нахуй, пиздец, блядь. Нельзя подключиться ни к чему, нахуй. Так вот, у меня на эту игру и так уже несколько гигабайт, терабайт установлены от всех патчей, это был только последний вот, патч, потому что я эту игру не запускал, наверное, месяц или сколько, блядь, пиздец. Сука, а до этого я вообще там полдня эти патчи ставил, блядь. Блять, сука, какой говно, блядь, пиздец, блядь, Марио, блядь, нахуй, сука. Графика хуже, чем Марио. Вот эти рожи, отвратные епошки, суки, блядь. Твари, блядь, сука, вот я где игра-то, нахуй, какого хуя я иду, смотрю эту хуйню, блядь, сука, вот говно самопальное, блядь, сука, они выпустили конструктор какой-то без уровней, блядь, типа собирать еще, блядь, должны, блядь, на них нормальные люди работать, сука, твари, блядь, сука, говно, блядь, сука, сука, блядь, это считается самой лучшей, блядь, платформой, лучшей платформой. Это же говно, Марио Галакси, и то в тысячу раз получит этого дерьма, блядь, сука. Физика, нахуй, блядь, тут. Сука, пиздец, какая тут графика, это же говно, блядь. Сука, пиздец, блядь. Сука. Блядь, какой бред, нахуй. Пиздец, какая-то, блядь, кукла, нахуй, блядь. Буратино, блядь. Мешками из мешковины, сука, торкнутые, блядь. И все главное тормозить, нахуй, тут еще, блядь, когда двое играют, или по интернету жутко все. Сука, да мне похуй, блядь, дайте показать, как говно, сука, пиздец, мразь, а? Сука, вы мне, блядь, говно, ебаное, я это видел уже, сука, не хочу это смотреть, в ебище. Сука, это PlayStation самое говно, сволочь, блядь, сука, а, мразь. Блять, сука, я как тут злую рожу сделать? Сука, сдохните, блядь. Сука, сдох, блядь. Как злую рожу сделать, а? Сука, а? Говно, блядь, а? Вот злая рожа. Блядь. А, сука, говно, блядь. Говно. Сука, блядь. Уничтожить жидов, блядь, японских, блядь. Сука, блядь. Аншабдуль, блядь. Бибран, блядь, озонский, дурак. Это ж фильм. Поебал озону, блядь. Вот так пиздить его, блядь. Сука, мразь. Мразь, блядь, сука. А что, можно так сделать-то, обращение, это нахуй прикольно, да? Еще, блядь, нацепить ему, нахуй, блядь, педофильскую одежду, да? На эту куклу. И от озона вещать, так, блядь. Это покруче будет, прилеталка, а? Сука, на старту уже, блядь. Пиздец, да мне похуй, блядь. Сука, говно, блядь, а? Сука. Блядь. Сука, всю планету в даунов превратили, маленькая планета даунов, блядь, сука, хуй тычет тут что-то, блядь, нет. Сука, уёбки, блядь. Сука, блядь, да вы же, мразь, блядь, стартуй. Да мне похуй, блядь, сука, мне похуй, блядь. Сука, кого ты учишь, блядь, мразь, блядь, ты игру уже прошел, блядь, ты говно проходил большим трудом, нахуй. Уровни есть там совершенно ебанутые, их мало. Да мне похуй, блядь, сука, он шабдуль, блядь, ебаран, блядь. Сука, блядь. Ебало. Сука, ебанок, блядь. Сука, ебаная, а? Да мне похуй, блядь, сука, ебаное говно, блядь. Что за хуйня, блядь, говно, блядь. Сука, что это, блядь. Сука, за Симс, нахуй, блядь. Из Марио, из Марио Симс какой-то, блядь. Сука, а у меня уже, блядь, лимит уже, у меня тут заканчивается. Сука, ну что ж ты, блядь, сука, говно, блядь, а? Смотрите, какая хуйня, блядь, это планета, на нем такие, сука, значки появляются, надо в них играть. Есть еще онлайн, там 500 тысяч уровней, толбоёб, вот, понасоздавали, блядь, сука. Такая хуйня, блядь, Абдула, хуйня, это просто пиздец, блядь. Вот уёбище, картонная хуйня, блядь, нахуй. Да я из картона вырежу, блядь, лучшую игру сделаю, блядь. Сука, скинографичная, блядь, нахуй. Сука, в своём мультфильме лучше рисовали, блядь, чем это уёбище, блядь.
Это, блядь, больные люди, просто такую хуйню, посмотрите, это больные люди могли только это говно сделать, блядь. Сука, шизофренически, оно все тормозит еще, блядь, к тому же. Пиздец, блядь. И тут говорят, хорошая графика еще. Сука. Пиздец, шарики, блядь, эти шарики тормозят, их поднимаешь, у тебя тормоза, блядь, начинается. Это поднимаешь, блядь, сука, видеоадаптер не выдерживает, сука. И брызг, блядь, нахуй, пиздец. Сука, GeForce, блядь, 7800 стоит, нахуй, странный, блядь. Сука, у меня этот GeForce был, по-моему, 10 назад уже, блядь. Сука, нахуй, а? Вот, блядь, вот это вот единственная, блядь, заслуга, что можно что-то цепляться и качаться. Вот это пиздец. В сумасшедшем доме, нахуй, блядь. Сука, а? Тарзанка, блядь. Да лучше во дворе пойти, блядь, над костром покачаться на тарзанке, чем вот в этой хуйне качаться, блядь. Сука, а? Ой, блядь, ну чё, блядь, ну, сука, говно, блядь, да мне похуй, блядь, сука, качаться, блядь, вся игра в качании заключается, в таком, блядь, нахуй, блядь, ёбки, блядь, а, сука, брать, блядь, а, сука, да прыгай, нахуй, блядь. Аншабдуль, блять, нахуй, а? Уёбки. Биборон, блядь, ну куда я прыгать уже? Блять, а, сука, а? Ой, блять, а? Блять, да вот же вниз, ой, блять. Сука, пиздец, там 3D графика, нахуй, платформная, нахуй. Сука, блядь. Бред, нахуй, говно какое-то собираешь, блядь. Соники хоть кольца были, нахуй, они хоть какой-то в них толк, блядь, блядь, что за говно, блядь. Сука, останки озона, блядь, прогнившие. Блядь, вот это пиздец, вот это такие уровни короткие. Сука. Блядь. Блядь, вообще говно какое, а. Ну вы сами видите, кто уйдет еще, блядь. Сука, блядь, мразь, озон, блядь. Отца уничтожите, блядь. Сука, сони, блядь, суки. Говно, PlayStation, ты ёбаная. Сам Абдуль говорит, нахуй, блядь, сука. Сука, а? Да мне похуй, блядь. Сука, а? Мразь, блядь, как вернуться, нахуй, блядь. Что вы мне хуйню показываете тут, нахуй? Сука, блядь, что это, блядь, так. Сука. Блядь, вот это, в принципе, вся игра, нахуй. Она отличается только, что, блядь, разные, блядь, картонки нарисованы. Вот смотрите, вот это конец уровня, да? Не конец, блядь. Ладно, не важно, блядь. Это больные люди это говно делали. Сука, нахуй. Сука, а ботинки ему нахуй надо. Это блядь, больные люди, посмотрите эту хуйню, это бред сумасшедшего, блядь. Сука, это ёбище, блядь, наверное. Это, блядь, озон рисовал там больной рот, блядь. Сука, или в студии Артемия Лебедева, блядь. Даунов, блядь. Сука, который народ объёбывал и бездарных даунов, блядь. Сука, ебаное говно, блядь. Сука. Ладно, Аншабдуль, блядь. Вперед за Абдулла Верованием. Абдуль. Абдуль. Бибаран.